Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я продолжаю урок по программе «Скульптурист» под номером 10. Да? Ну, как бы продолжим. Мы завершены, когда лепили голову, да? То есть, ну, по голове я думал всю, как бы, информацию, да? А тут подумал, что продолжить из головы и вылепить тело. Вот я сделал первую свою лепку и раскраивал ее в текстуре, и вот получился у меня лев. То есть вот эту заставочку я уже сделал ее, и поэтому хочу показать вам, что из головы я продолжил лепить и сделал льва, который рычащий тот лев, которого мы делали голову, я продолжил тело и вылепил. Меня зовут Арефьев Сергей Викторович, и я провожу вам этот урок информации. Сейчас зайдем в программу «Скульптурист», откроем «Скульптурист». Заставку я убрал, но я вам покажу, как я там, я сделал новую заставку, чтобы тело вылепить. Подобрал льва в интернете, там нашел подходящую картинку, вырезал. Но сейчас вы увидите, как она выглядит. Вот такая картинка. Вот я по такой картинке и вылепил льва. Значит, что? Заходим в опа. Какую последнюю работку? Ну, тут я уже раскраску делал. Добавлял свою. Ну, давайте так, наверное. Под трость мы же делали, да? Ну вот я как бы, чтобы не ошибиться, вот мы, и вот отсюда мы и начнем лепить тело льва. Будем смотреть на эти картинки, ну и приблизительно хотя бы, чтобы вылепим этого зверя. То есть давайте начнем теперь лепить. Так, симметрия у нас есть, теперь нажимаем, но кисть Дрея уже вам знакома. С первых уроков, которых я там вел, я там рассказал уже многие правила, которые вы уже самостоятельно можете уже начинать лепить. Давайте теперь продолжим лепить тело. Нажимаем на кисть Дрея, пусть глина будет под глину. Ну, можно глину даже убрать, сейчас попробуем без глины начало. Так, нажимаем на пробел. На пробел нажали, увеличили кисть. И начинаем выбивать понемногу форму льва, да, тело льва уже пошло. Ну, будьте внимательны, конечно, смотрите на льва, смотрите на тело льва и приблизительно, щелкая понемножку, смотрите, как это будет выглядеть у вас. Но понемногу, понемножку. Наращивайте, наращивайте, наращивайте. Если что-то не пошло, там какие-то проблемки появились, ну, взяли, вернули обратно или разгладили. Смет, кисть удобная. Смотрим на льва, добавляем, не торопясь делаем. Спешить не надо. Искусство, спешка. Не рекомендуется. Спешить не надо, это же не госвыполнение плана, конечно. Ваше правило, чтобы создать и было вам приятно самому в этой информации, да? Но приблизительно вот так вот тело. Смотрите на пропорцию приблизительно хотя бы. Вам не надо, что именно так, как там. Вы приблизительно делаете. Ну, конечно, я что-то удлинил, шея может даже удлиниться, по-моему. Но если чуть-чуть ее, конечно, подправим, и как бы он вытянул ее, да? Нет, все равно большовато, по-моему, сделал, да? Это уже как в прыжке получается. Ну, если мы чуть-чуть еще вот здесь откорректируем, да, ну, такой он будет. Грудь здоровая получится зверя. Но возвращаться не будем, я буду лепить, как есть. Так. Берем, нажимаем на смет,
это немного сбиваем, она как резинка стирает от все эти ненужные вам эти. Голову мы что можем, да? Конечно, сейчас сложнее, но можно взять, нажать на КУАП, как обычно, да? Можно подтянуть, немного расширим сейчас это, да? И вот так вот, и вот, и немного подтянуть. Это можно чуть-чуть это присесть, но... Конечно, сложнее уже работается, но сложности нужно преодолевать. Так. Я не волную меня, что я там чуть-чуть это как говорится, ну, вообще волноваться не надо, это же, тут можно, это же не глина, тут ошибился и все, да, высохло и потом уже. Мы делаем, можем вернуться в любое время и позаниматься, она не высыхает, как говорится, это виртуальная глина, можно сказать, да, она не высыхает, поэтому мы можем заниматься ей в любое время. Зашли в любое время и позанимались любимым занятием для себя. Там творческие, творчество каждого человека должно немного развиваться. Так, нажимаем на глину, наверное, лучше теперь с глиной работать, да? Она более низко выбивает, и поэтому... Ну, вот сейчас лапы передние ему, да? Тут будем наращивать потихонечку, глина удобнее. Ну теперь что можно? Теперь можно взять на КУАП и взять и потянуть это все немного, да? Под размерки сделать. Конечно, не все так бывает и гладко, как хотелось бы, но ничего, будем подстраиваться, как-то искать. Я тоже так же лепил, как и вы, и леплю, и в этой информации уже как бы уже знаю, что для этого надо. Можно так оттянуть, ничего страшного. Можно потом кое-что убрать. Так. Смотрим на льва приблизительно, чтобы ориентироваться нам, да? Так. Потом уже подтянули тут. Он какой-то сидячий у нас получился. Ну да, теперь надо нам его как-то, наверное, если его, допустим, давайте вот нажмем на... А, нет, на вот этот. Вот этот. И нет. При включенном. И при включенном мы его развернем. Смотрите, что получается, да? Если мы так вот его поставим, то у него будет низ голова получается. Значит, нам нужно тело. Так, тело нам нужно выровнять. Значит, если у нас вверх он смотрит, да, тут ноги, вот приблизительно теперь это надо нам сюда перетянуть. Нажимаем на КУАП, отключаем глобал, кисть появляется. Смотрите всегда на подменю. Подменю, где включено, может быть, из этого какие-нибудь у вас не то, что хотелось бы вам, чтобы было, правильно? Поэтому подтягивайте вот так вот, все, приблизительно, да. На зверя посмотрели. Вот и все, пожалуйста, мы тело. Давайте это сохранимся. Заходим в савы. Нажимаем. У меня тут продолжение идет тело. Ну, я, наверное, продолжу. У нас с двоечки, да? Трости, мы не трость, а тело напишем просто. Тело. Чтобы было понятно нам, чтобы... А, извиняюсь, на английском лучше пишите. Тело просто и сохраняемся. Ну и вот так вот примерно, конечно, вот она это вот, да, это легко доступно, что можно было развернуть, так как мы не смогли подогнать, так что-то делал не мог. Ну вот, пожалуйста, зашел сюда, вот эта кисть, да, и крутанул по симметрии. Симметрия же здесь проходит, половинка здесь, половинка здесь. Поэтому вот так вот удобно и создавать, что-то делать. Давайте теперь здесь подтянем. Немножко начнем добавлять. Смотрим, да? Так. Можно, но это мы потом оттянем, ничего страшного нет. Не переживайте. Это можно исправить всегда. Вы просто, когда что-то делаете, не переживайте.
что не получится. Пробуйте, постепенно у вас все получится. Я верьте, что все получится. И вера придет вам. Ну и, конечно, надо делать, кроме веры еще, вы должны, конечно, еще и трудиться, чтобы что-то, чего-то достичь. А? Любая вера, не одной веры только надо. Надо еще и, конечно, трудиться, чтобы вера дала результат для вашего духа и тела. Так, дальше поехали. Давайте пойдем дальше в этой информации, поищем немного, посмотрим, не торопитесь. Вам торопиться не надо, урок вы скачали, допустим, и в любое время зашли, и, пожалуйста, и попользовались этим уроком, как вам хочется, в какое время в этой информации. Ну, ищем, да, ищем, ничего страшного, смотрите, вот эта боковая часть, раз, и все, и смет нажал. Как резиночкой раз и потер, убрал лишки все эти. Так, нажимаем на КУАП. Вы уже, если с первого урока смотрели, то уже немножко понимаете, да? Сразу ничего не бывает. Так что давайте добавляем обратно сюда еще. Выступ, да? Мы его добавили. Теперь нажимаем на КУАП. Он хорошо у нас, да? Он вытягивает там. Ну, я вытягиваю. Маленечко надо было больше чуть-чуть. Надо было с заднего сюда подходить вот так. Сзаду льва, как говорится. Вот так вот подтянули. Все. Тут это оставили. Посмотрели. Может так чуть-чуть оттянули. Ну, вид потихонечку начнет приобретать. Это кажется сейчас, ну, как так может быть? Ну, вот, пожалуйста, уже. Мы покрутили, и у нас уже что-то начинает потихоньку получаться, да? Это мы зальем. Тут все равно у него идет, как бы, волоса идут у него. Тут мы подрежем еще, подтянем. Так. Тут не показано, конечно, но такой зрелый лев такой, в общем. Мы сделаем зрелого льва с мышцами, крупный. Может, что-то еще свое добавить. Ну, в общем, да-да, получился, конечно, тут объемистый у нас, да. Так, дальше, давайте, что, нажимаем на КУАП. И немного давайте это дело расширим. Можно кисть плес. Оно как бы пожестче маленько сделать, покрупнее, чтобы разрезало, как бы, да? Вот так вот разрежем. Покажем ему, ну и грудь какая, да? У него силы грудной клетки. Это мы немного оттянем обратно. Можно это взять и кистью смыть, резиночкой подтереть эти боковые места, вот так вот. Так подтерем. Регулируйте всегда этой частью, ну как здесь вот регулятор можете. Чем слабее свет, тем слабее, ой, чем цвет слабее, тем слабее, чем сильнее цвет, тем сильнее кисть. Поэтому подгоняйте, вот видите, смотрите, если у вас артефакты где появились, да, сразу раз на кисть вайфрейм, на ручник, на ручной, и смотрите, оббиваете где-то, если у вас что-то получилось. Ну, я тут облегчу сейчас маленечко, гриву ему. Морду я не буду трогать, а это немного я облегчу гриву. Ну так, дефектов никаких нету. Переключились на лайфрейм. Ну, начинаем это. Дальше. Резиночку я нажал на смет. И начинаем немножко так подравниваться, смотреть. Вот, пожалуйста, у нас начинает уже зверь приобретать. Можно было, конечно, еще наоборот, я зря оттянул, наверное. Можно было бы его как бы впереди так и оставить. Как бы вперед шею, да, вот как у меня был вот этот, получился первый, да, которого я делал,
льва, да? У него получилось вот так вот примерно. Ну, неплохо вообще-то, да? Ну, нормальный. Это все можно исправить, я же говорю. Если так что-то не понравилось, то, пожалуйста. Подтянули здесь, посмотрели. Где-то что-то, если, ну... А здесь часть смотрите, да, вот как у него выглядит, да, мышцы. Да, приблизительно, да. А, часть выделяется, тут тоже выделяется. Ну ладно, это мы... Так, сохраниться надо нам, сохраниться. Давайте сохранимся. Нажимаем на савы. Ну, тело есть уже, написали, будем понятно, что тело продолжение, да. Единичку добавили. И продолжаем делать и пить льва. Ну, продолжаем мы что делаем дальше? Давайте смотрим, да, ну, как что тут может выглядеть, да? Части, да, вот этой части, вот часть, эту часть, эту надо немного расширить нам. Нажимаем на кейс дре и начинаем добавлять. А можно потом как-то это все, гриву можно еще расширить. Гриву можно расширить, сделать его более таким лохматым. Так, спина, конечно, тут получилась у нас. Но возьмем на кисть куап и немного здесь ее подтянем. Ну, это все можно. Так, тут посмотреть ширину. Так, для хвоста место, да? Смотрим, как хвост выходит, да? Развернули, посмотрели, хвост как идет, да? Ну, приблизительно, так что разметочку сделаем для хвоста. Так. Потом оттянем, вытянем его через куап. Так, ну даже вот такое просто куап нажмем и подгоним под хвост, так немного вытянем сейчас. Ну, как бы обобщим ее. Ну, пусть будет вот так примерно. И сейчас смотреть на тело смотрим, да, коротковатый может быть, да. Немного, наверное, оттянуть еще, да. Так вот возьмем. И чуть-чуть его подтянем. Здесь обратно, смотрите, видите, да. Тут обратная часть, это тоже. На пропорцию льва примерно смотрим. Но они не все, как говорится, стандартные. Конечно, есть и короткие телом, есть так, как, так же, как и у людей, тоже какие-то есть аномальные всякие природные, переходящие, как говорится, генные инженерии. В каждом теле своя программа. Поэтому не все по стандарту, конечно, у всех разная программа. Поэтому... Но будем исходить как из общего и увиденного, да? Что видим, то и делаем. Так. Смотрим, смотрим. Так, хорошо, смотрим. Так, здесь можно, смотрите. Но пока, ладно, здесь мы не будем трогать. Здесь как это у нас понажет, глобал отключаем. И начинаем кисть маленечко, можно уменьшить, кисточку уменьшаем. Начинаем играть, выступ здесь создавать, смотрим, да, так, так, можно здесь так еще подтянуть. Теперь что, ну, дальше давайте смотрите, да, так, здесь у него, видите, как-то натяжку идет, да, ну, это сейчас не главное, сейчас нам как найти главные пропорции, полностью, так чтобы он был похож. И потом уже от этого начнем мы дальше идти. Давайте ему лапы сделаем. Я нажал на кисть дре и немножко начинаем добавлять. Смотрим по пропорции, да, немножко так. Ну, так слегка стучим. Ничего страшного. Если больше там убрали, ну, вот так оставим, да. Оттянем сейчас через куап. Чуть-чуть кисть увеличим. Можно. Нет, многовато. Вот это мало. То есть. Ctrl-Z нажал, назад вернулся.
Так, так вот делаем, да? Вот. Смотрим. Ну что, в общем, на здесь смотрим, тут смотрим, как так вот, лапа разведенная. Так. Давайте теперь скос, наверное, делать. На кисть плес. Немножко здесь как бы добавим вот эти мышечные какие-то эти линии такие, чтобы приблизительно вид был на что-то похож. Ничего страшного, можно переделать. Не получилось. Взяли кисточкой смет, резиночка ваша, немножко затерли, где-то, может, добавили. Взяли, добавили, тут затерли. Кисть на куап. Так вот, потихонечку посмотрели. Где-то что-то. Даже не нижний конец лапы. Ну и смотрим тут по росту и по этому, да, приблизительно, хотя мы, ну, приблизительно так-то, наверное, почти удачливо у нас получилось это, да. Так. Смотрим. Смотрим. Так, это назад, наверное, чуть-чуть. Это тоже, наверное, немножко. Давайте это немного мы убавим. На смет я нажал. Резиночка. Убавил ему лапки. Потом все равно будем добавлять еще лапочки. Ну, приблизительно лапки пристреляли. Так, теперь здесь давайте пристреляем. Я нажал на кисть Дрея. Добавляем ему лапки. Так. 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 Дальше что мы смотрим, да? Развернем, посмотрим. Тут, ну, конечно, они чуть-чуть туда выгнулись. Если мы так посмотрим, да, видите? Смотрим, смотрим, ничего страшного. Торопиться не надо, друзья, торопиться не стоит. Спешка на кисть флейтом, плющим. Ну, посмотрим так, что, поплющим маленько. Но ничего страшного нет, нет, не в той маленькой части, да? Ну, хорошо, возьмем на кисть куап и немножко так вот сделаем. Немножко так сделаем. Тут кривовато пошло. Ничего страшного. Смотрим на пропорцию. Как он стоит, лев, да? Он как бы на пригорке у нас получается. Так вот немножко. Так, ну такой упитанный у нас лев получился. Резиночка, раз убрал там, что-то не пошло, взяли, убрали, здесь что-то не так пошло, взяли, так вверх подняли, лапы задние меньше, передние больше, поэтому так примерно, да, тоже ориентируйтесь, присматривайтесь, где больше, где меньше. Так глаз немного тренируя, вы постепенно постигаете саму информацию, да? Это можно немного сбавить, расслабить это дело, так расслабим, это чуть-чуть подтянем, можно, а нет, это я на куап нажать. Смотрите, какие кисти горят, пристраивайтесь. Смотрите, наблюдайте. Так. Так. Так, можно маленечко чуть-чуть сюда выдвинуть. Это можно сюда выдвинуть. Так, смотрим, наблюдаем. Можно. Ничего страшного, подправим, сделаем.
Конечно, так-то внимательнее надо быть, да, когда что-то делаете, так посматривайтесь. 100 раз одну работу, чтобы не делать, старайтесь, конечно, почаще исправлять, наверное, ошибки там какие-то, да, происходят. Но сейчас вот хотя бы уже у нас как бы вид он начинает приобретать. Давайте это сохраним. Вот видите, это с коротким хвостом. Это как из воды развитие первое вышел. Ну, давайте дальше продолжим. Что нам сохраниться надо? Давайте цифру там кто как что. Кто словом, кто цифрой. Сохраняемся. Так. Давайте что? Ну, полненький у нас, конечно, получился. Будем вот это прорабатывать, смотреть, где какие-то недоработки. Подняли наверх, смотрите. Где какие эффекты получаются, да? Можно еще даже добавить, как бы под вид, что косточки тут еще какие-то есть. Лапы. Так, ну так для начала хотя бы сориентироваться, да? Ну сбоку, он спереди как-то не так смотрится, да? Но сбоку ничего такой массивный получился, да? Так, дальше что? Наверное, передние ноги вытянуть или задние чуть-чуть вверх поднять. А, и на это, на кисть, извиняюсь, на кисть куап. Так вот, наверное, вот чуть-чуть так вот. А это чуть-чуть так вот, наверное. Или еще чуть-чуть вот так вот взять, уменьшить, и это вот это вниз чуть-чуть так вот. Вот так вот. Ну вот смотрите, буквально, конечно, за какое-то определенное время мы с вами уже что-то сделали, да? Но тут немного мы это... Смотрим на этого, да, как он выглядит, да? И приблизительно, ну, спину можно, позвоночник еще показать. Позвоночник же тут идет у него. Как бы позвонок тут и должен. А, на кисть дре уменьшаем и как бы хвост под хвоста и позвонок проведем линию. У него, наверное, тут проходит такая дуга, да? Но мы ее как бы потом сейчас расслабим. Немножко разгладим, так слегка, так, хорошо, но у нас он такой массивный получился, такой упитанный, сильный. Так, давайте на кисть дре добавим как бы ему лохматости. Так, тут можно подтянуть еще. У нас такой лохматый будет. Так. Вот такой лохма, да? Но мы еще можем 100 раз это изменить. Если что-то нам не понравилось, мы можем это все изменить. Но приблизительно такой массивный. Так, сохраняемся. Давайте сохранимся. Урок. Скоро мы к завершению, я по времени, поэтому время как бы идет к завершению. Ну что хочу сказать, ну вот из головы, что делали по типа как трости там, ну я так для информации, да, а теперь мы вот так вот сделали рычащего. На картинке вы у меня видели примерно как это выглядит, которую заставку первый урок, это урок 10 я написал, заставки там. Ой, извиняюсь. Так, нажимаю на кисть куап и немножко тут. Ну надо все, на завершать этот сейчас урок уже. Время уже подходит. Давайте сохранимся. Я все завершением идем, да? Чтобы нам побольше сохраняйтесь, потому что программа слетает. Тем более, когда тяжелая уже становится. Ну, на этом что? Я урок заканчиваю и переходим потом в следующий урок и
вылепим вот такого льва. Это мой тоже, как бы я из головы продолжил, которого льва вылепил, и потом раскрасил его текстурой. Мы также вылепим, и вы увидите весь процесс всей этой информации. Ну, всем пока, хорошего настроения и, конечно, удачи в своих достижениях. Пока.